body shake it, baby. Everybody shake it, baby. Добрый день! Сегодня покажу, как обработать край кардигана. Вот. Выглядит вот так вот обработка у нас. Сейчас будем обрабатывать край рукава. Первый ряд, это у нас будут столбики без накида. Делаем воздушную петлю подъема. Теперь под каждую арочку мы будем вязать по 2 столбика без накида. Потом в петлю столбик без накида, арочка 2 столбика без накида, столбик, вяжем столбик без накида, в конце сразу я заправляю вовнутрь, чтобы их потом не заправлять, арочка 2 столбика без накида. Столбик 1, столбик без накида, в арочку 2. И так проходим полностью по краю изделия. Я провязала ряд оснований, теперь приступаю к вязанию обвязки. Делаю петлю подъема, пропускаю одну петлю, следующую петлю я вяжу столбик без накида. Делаю воздушную петлю. В следующую петлю я вяжу 3 столбика с одним накидом и между ними по воздушной петле. Второй. Третий, воздушная петля. Следующую петлю я вяжу столбик с одним накидом. Пропускаю одну воздушную петлю. И в следующую петлю я вяжу столбик без накида. Делаю накид. Через одну петлю я вяжу столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Следующую. 3 столбика с одним накидом и между ними по одной воздушной петле. Воздушная петля. Следующую петлю вот сюда вот вяжу столбик с одним накидом. Пропускаю одну петлю. Следующую вяжу столбик без накида. Дальше петлю пропускаю. Вяжу столбик с одним накидом. Воздушная петля. Следующую петлю. 3 столбика с одним накидом. Первая воздушная петля. Второй столбик. Воздушная петля. Третий столбик, воздушная петля и следующую петлю столбик с одним накидом. Пропускаю петлю
и вяжу столбик без накида. И так вяжем до конца. Приступаем к вязанию последнего ряда обвязки. Делаем воздушную петлю подъема. Столбик пропускаем под воздушную петлю, делаем столбик с одним накидом. Вяжем 3 воздушные петли. И под следующую воздушную петлю мы делаем столбик без накида. 3 воздушные петли. И вот сюда вот столбик без накида. 3 воздушные петли. И вот сюда вот столбик без накида. По первому арочке мы прошли, это не арочка, скорее веерочек, по первому веерочку мы прошли. Теперь следующий столбик без накида мы вяжем перед группой из 3 столбиков, то есть вот сюда мы вводим крючок, делаем столбик без накида, вяжем 3 воздушные петли, под следующую воздушную петлю мы вяжем столбик без накида. 3 воздушные, столбик без накида. 3 воздушные, столбик без накида. И так мы проходим полностью до конца ряда. Ну вот такая вязка получается у нас, красивая она. И всего она состоит из 3 рядов. Первый ряд — это столбики без накида. Второй ряд — это воздушные петли, столбики с одним накидом. И последний ряд — это просто пика из 3 воздушных петель. Ну все, на этом я заканчиваю свое видео и свою работу над кардиганом. Спасибо за просмотры. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!